тренер команды «Динамо Сор Ставрополь» Дмитрий Сергеевич Голубов. Дмитрий Сергеевич, поздравляю с победой. Сегодня два разных тайма получилось. Скажите, больше это откуда исходило? От того, что соперник второй тайм провел по-другому? Или же у вас немножечко тактика на второй тайм изменилась? Да, спасибо большое. Ну, знаете, наверное, сказалось все-таки то, что ребята, наверное, немножко подустали во втором тайме, поэтому подсели к своим воротам и позволили сопернику, ну, проводить, так скажем, больше атак. Ну, тем не менее, хочу ребят поздравить с победой. Молодцы, дотерпели. Главное, 3 очка. Чего сегодня в матче было больше? Характера, каких-то вот, ну, именно усилий волевых или же все-таки тактика? Нет, я думаю, две команды показали хороший, достойный футбол. Очень много борьбы на каждом участке поля. Вот. Мы стараемся, как тренеры, для ребят. Ну, хотелось бы, чтобы они показывали немножко другой футбол. Но опять же, это дети, они только делают свои первые шаги, поэтому мы работаем над этим, на тренировках, чтобы именно радовать болельщиков своей хорошей, красивой игрой. Ну и последний вопрос. В следующем туре у вас уже Владикавказская Алания, лидер. По-особому будете настраиваться на эту игру? Нет, мы к каждой игре готовимся одинаково. В принципе, да, будем просматривать, будем смотреть соперника. Но, опять же, у нас очень мало времени на восстановление. Ну, постараемся подойти к этой игре в оптимальной форме. Спасибо. Да, спасибо вам. Максим Хаустов, голкипер «Динамо Суор Ставрополь». Максим, ты сегодня, можно сказать, стал одним из героев матча, особенно касается второго тайма. И в первом тайме был момент, но во втором так вообще у тебя было несколько ситуаций, когда пришлось по-настоящему выручать партнеров. Ожидал, что такая игра сегодня тяжелая получится? Да, спасибо большое. Конечно, ожидали. Команда неплохо шла в последних 3 турах. Ну, первый тайм у меня, конечно же, не так хорошо выдался, как второй. Ну, тренер дал установку нам во втором тайме будет играть пожестче. Сегодня отыграл на ноль. Как думаешь, сколько матчей у тебя в сезоне получится отыграть на ноль? Или, по крайней мере, сколько бы ты хотел? Хотелось бы, конечно, каждому вратарю, думаю, все матчи отыграть на ноль. Ну, не знаю, сколько получится, надо стараться, стремиться к этому. Ну и, наверное, просто хочу пожелать вам всего хорошего. Спасибо. Спасибо большое. Сармат Дзанагов, защитник команды «Футбольная школа Нальчик». Сармат, второе поражение подряд, дома опять не удалось забить. Но сегодня совершенно другая картина. Сегодня, особенно второй тайм, команда шла активно вперед. Скажи, пожалуйста, чего сегодня не хватило? Первый тайм мы играли, конечно, плохо. Во втором уже вышли, показали характер. Чуть-чуть не повезло. Будем готовиться к следующему матчу. Показалось, что во втором тайме ты гораздо активнее ходил вперед, подключался к атакам. В концовке вообще старался быть одним из тех, кто берет на себя инициативу. Это тренерская установка была или скорее ты, скажем, проявил инициативу? И тренерская установка в начале матча, и потом сам проявил инициативу. Как считаешь, вот в сегодняшнем матче, если бы, ну, удалось, условно говоря, забить гол, удалось бы перевернуть игру дальше, там, выиграть? Или все-таки Ставрополь выиграл заслуженно? Думаю, если бы мы забили гол, то мы бы смогли еще дожать. Да. Да. Спасибо. Рустам Торчоков, главный тренер команды «Футбольная школа Нальчик». Рустам, второй матч домашний проигран, но разные игры получились. И вот сложилось ощущение, что в первом тайме вышли играть вторым номером. Это ощущение, вы сейчас скажете, так это или нет. Во втором тайме что-то поменялось в игре, и даже сами соперники отметили, что команда сумела навязать свою борьбу уже на поле. Что в первом тайме пошло не так, и почему во втором тайме получилось сыграть гораздо лучше? В первом тайме все получилось. Почему не получилось? Потому что мы же играем против соперника. У соперника тоже есть свои планы. У нас есть своя установка, свои планы на игру, но мы не забываем про соперника. То есть действие, есть противодействие. То есть мы хотели действовать совершенно по-другому, поэтому команда «Динамо» не дала нам это сделать просто-напросто. И тут как бы хочется отметить соперника. А во втором тайме, да, обидный вообще гол в конце первого тайма немножечко так встряхнул нас. Да и мы команду встряхнули в перерыве. Ну и были моменты, которые надо было забивать во втором тайме. К сожалению, не получилось это сделать.
В первом тайме команда играла сугубо вторым номером, действуя на контратаках. Была такая установка или же вы совершенно по-другому планировали сыграть? Нет, я же говорю, была совершенно другая установка, поэтому соперник, можно сказать, сделал так, чтобы мы играли вторым номером, а так конкретно закрываться, там, садиться за линию мяча и ждать там своих каких-то моментов, не было такой задачи. Была задача это контролировать мяч, освобождать зоны. То есть, ну, к сожалению, мы были без мяча, поэтому получилось так, что мы играли вторым номером. А во втором тайме картина поменялась, то есть соперник уже как бы и по счету сел, и мы пытались как-то пробить эти редуты, да, оборонительные, к сожалению, не получилось. Очень жесткий график у команды, уже в предстоящие выходные выезд в Махачкалу. И буквально через пару часов здесь, в Нальчике, динамовцы будут играть против Спартака. Пойдете просматривать соперника? Я думаю, обязательно. Если погода позволит, то обязательно надо пойти посмотреть, поболеть за наших и заодно посмотреть соперника. Спасибо.